Кирилл, номер 21, Иван 5, Зотов Сергей, капитан команды, номер 8, Митин, арбитра Круглов Александр, город Владимир, второй помощник главного арбитра Дульский Александр, город Радужный. Гол. Ворота команды футбольного клуба «Грань» М. Забил Евгений Фатюшкин, номер 10. Гол. Ворот команды футбольного клуба «Грань М» забил Непчелин Александр, номер 9. Давай!
Гол. Ворота команды футбольного клуба «Грань М» забил Евгений Фатюшкин, номер 10. Он еще и пас отдал, не могу. Гол. Ворота команды футбольного клуба «Грань М» забил Анатолий Дубровин, номер 11. Уважаемые болельщики, прослушайте, пожалуйста, турнирную таблицу первенства Владимирской области по футболу. Иди, что тебе говорят? Я сейчас объявлю, хочешь, я объявлю? Не надо. Ближе к нему, где? Здорово, один.
Ура! 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 Ура!